Тех-видеосервисе сегодня на обзоре Blender Pioneer 142. 750 Вт максимальная мощность, две скорости, хромированная кнопка регулировки, импульсивный режим, противоскользящие ножки. Материал ножей сделан из нержавеющей стали. В крышке предусмотрено отверстие для добавления продукта во время готовки. Емкость кувшина 1500 мл, а емкость измельчителя 150 мл. Материал емкости сделан из прочного стекла. Весь ассортимент на нашем сайте техвидеосервис.рф. Ждем вас на Привельской, 21.